Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. Мы начинаем раздел «Моя школа». В этом разделе ты узнаешь, что звуки бывают высокие, низкие и средние. Узнаешь название музыкальных инструментов – домбра, кобыз, конырау, скрипка, балалайка. Познакомишься с новыми музыкальными терминами – кюй, нота, медленно, быстро, мажор, минор. Урок 6. Я и моя школа. Сегодня на уроке ты узнаешь, что одно музыкальное произведение может быть веселым или грустным. Что такое кюй? Из чего состоит музыкальный инструмент конырау? Ключевые слова урока. По-казахски – мектеп. По-русски – школа. По-английски – school. Давай повторим вместе. По-казахски – мектеп. По-русски – школа. По-английски – school. В этом году ты пошел в школу, стал учеником. Здесь ты научишься читать, писать, узнавать много-много нового, в том числе и по музыке. На одном из прошлых уроков мы с вами говорили о настроении в музыке и узнали, что музыка может быть веселой и грустной, и помогают этому две музыкальные краски – мажор и минор. Давайте вспомним и попробуем угадать, где звучит мажор и где звучит минор. Привет, меня зовут мажор. Привет, меня зовут минор. Послушайте музыку и угадайте, кто из нас выйдет на манеж цирка. Я мажор. Или я минор.
Я думаю, ребята, что вы все с этим заданием справились на отлично. Ребята, мы с вами живем в Казахстане и должны знать историю своей страны. А музыка – это часть истории. Мы с вами будем знакомиться с казахскими музыкальными инструментами, слушать казахскую музыку и казахские песни. Сегодня мы узнаем, что такое кюй. Кюй – это музыка для казахского инструмента. Сегодня мы с вами послушаем знаменитый кюй для кобыза известного казахского композитора Ихласа. Кюй называется «Жез киик» – «Медная сайга». Мать сайга заботится о своих маленьких детенышей, укрывает их от хищников и охотников. Шерсть ее словно медь, блестит на солнце и слепит глаза охотнику, не давая прицелиться. Образ прекрасной сайги, легкой и грациозной, воплощен в музыке кюя Ихласа «Жез киик». Давайте послушаем. Какой удивительно красивый и мелодичный кюй. Как вы думаете, какую краску здесь выбрал композитор? Мажор или минор? Музыка очень светлая, поэтому здесь использована краска мажор. Среди большого многообразия казахских инструментов, с которыми мы будем с вами знакомиться, есть один очень интересный и удивительный инструмент. Называется он конырау – колокольчик. Давайте посмотрим, как он выглядит и как звучит. Ну а теперь настало время петь. Давайте вспомним и повторим песенку, которую мы с вами разучили на прошлом уроке «Птичка на ветке». Смотрим на экран и повторяем слова. Конфетку, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вкусную-привкусную, сладкую-присладкую. Не хочешь совсем, я сама ее съем. Ням-ням-ням, 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 ням-ням-ням. Ля-ля-ля. Ням-ням-ням.
Ребята, смотрите, сколько много нового мы сегодня узнали. Мы вспомнили, что такое мажор и минор и как они разукрашивают музыку в разное настроение. Мы узнали, что такое кюй. Это музыка для казахского инструмента. Послушали кюй Ихласа Жескиик. Узнали о казахском инструменте конырау. Домашнее задание. Нарисуйте казахский музыкальный инструмент конырау. На этом наш урок подошел к концу. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. До свидания, ребята!